Киберспорт.кз. Всем, кто нас смотрит на продолжение, это гранд-финал Asus Summer 2011. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Уже знает, что нужно было заполнить анкету и бросить ее в аквариум той команды, за которую вы будете болеть, той команды, в аквариум той команды, которая считает, что выиграет этот Asus, который станет чемпионом. Ну, после финала, перед награждением, конечно, разыграем. Прекрасный этот процессор, Орио-процессор уже, винчестер, но это потом. Ну что же, ой-ой-ой-ой, не забанили ничего на ней, ничего, Андрес, да ладно. Бруда, Спектра, Банны Халлоу. Ну вот, вот вам и привет. Вот вам и привет. Казахи не банят Чена и тут же получают его в пике. Амнинайт, Фурион, Вивер, Банны Халлоу, Спектра и Бруда в бане. Форст пик, конечно же, Инвокер. Ну и ответ Виндранер и Чен от Артстайла. Пупей, Пупей уже мы знаем, на ком будет играть. Не-не-не, он у нас не Пупей. Он у нас сегодня не Пупей. Он у нас сегодня... Как он называется сегодня? Как тебя называть сегодня, Клемент? Скажи нам, как тебя правильно называть? Называть тебя Папи, Пупей или как... Или по нику? Или по нику называть, я не знаю. Ну и ждем решения сейчас от команды из Казахстана. Они прекрасно знают, как играли Na'Vi. Я видел, что ребят буквально пока здесь решались вопросы с компьютерами, они пересматривали парсеры реплеев прошлых матчей команды над Свинцеры. Они абсолютно... Ого. Ну, корова это нормальный, в принципе, пик. Но сейчас... ну, забрать, да. Забрать намного лучше, чем отдать. Опасаться фаст-пуша от Na'Vi не стоит. Эта команда не фаст-пушит. И все, кто думает, что Na'Vi фаст-пушит, ребят, ТФЛ Лич. Шейкер Лич. Шейкер Лич от Lucky. И чем ответит Artstyle? Чем ответит Artstyle? Ну, мы знаем, что на Чене будет играть у нас товарищ Папи. А на ВРке, в зависимости от того, куда она пойдет. Мы видели уже в полуфинале, что ВРка может у Na'Vi идти Саламит, на ней может играть Хвост. Мы знаем, что ВРка может идти сложно, на ней может играть Папи. Ой, Папи, Лост. То есть, есть два варианта. И... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот он! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Найтсталкер, Баланар в пике Na'Vi. Оси уже жалеют о том, что они его отдали, потому что Баланар... Не, ну у Оси есть оправдание, они вторую ночь пережили, это очень круто. Если команда переживает вторую ночь против Арстада на Баланаре, это уже очень круто, и как бы... Ну, проиграли, окей, но продержались же. Ну, Баланар, конечно же, Артстайл. Ждем дальше. Ничего не говорю. Мне, грубо говоря, больше всего мне нравилось, что все эти люди просто, у вас какие-то радости,
через меня все получается так. Нет, просто кто-то еще какой-то травм был тоже, мне на мобильный код звонит, я сейчас это делаю. Найди Виланика. Но Тартстар, в принципе, такой сейф-бан делает. Были бы это французы, он бы, если бы это была команда Virus, это был бы этот, знаете, респект-бан Formal de Jambe Kotl, here we have Dummagina. Ну, отлично. Но Раста, Битрайдер, и у нас остается 4 пика. Вот. Кстати, ситуация с ферстпиком, ну, сейчас ферстпик получили NXT. Довольно важная, потому что ферстпик очень многое решает, и стратегии очень сильно отличаются, если ты пикаешь первым, если ты пикаешь вторым. Что же выберет Лаки? Понятное дело, что им нужен герой, который пойдет на триплу, потому что очень очевидно, что Лич пойдет в сложную. А на триплу пойдет Шейкер плюс 2. И, собственно, этих двух героев нам предстоит увидеть. Эдвинга моментально. Так, а кто же будет играть на Shadow Demon, если не Папи? Начение что, сыграет Artstyle? А нет, ну вряд ли. Дэнди начение не сыграет. Лост может сыграть начение. Вот это уже интересно. Ну, Баланар, Shadow Demon, VR мы видели уже в одной игре. Это было буквально 3 часа назад против команды Оси. Так. Да ладно. Команда Next пикает пса. Please say... Найкс. Ну что же, закончить пик. Давайте похлопаем команду, поддержим их! Слышим мы здесь с левой половины крики «ЛГ Казахстан», весь зал будет поддерживать Нави, поэтому казахам нужно сейчас очень хорошо напрячься, чтобы перекричать всю эту бригаду. Итак, Эквал у нас играет на Личе, на Шейкер у нас играет Лаки, Мантис на Инвокере, ну, мама, ты все угадал, Ронин, конечно же, на Найксе, ну и Бер. Бер же правильно. Ну и Бер играет на Венге. Ну, у Нави очень интересно. Ну, Artstyle. Ну, конечно же, Баланар. Папи. Нет, not Папи. Sorry. Пес играет на Shadow Demon. Начение Lost. Собственно, как я предполагал, хвост пойдет на Верочке и Дэнди на Паке. Ну что же, что можно сказать по пику? В принципе, довольно интересный пик, довольно стандартный пик у Na'Vi, который они уже тестили и которым они очень быстро выигрывали у команды Оси. Ну как, не полностью пик, да, а состав героев. Ну и посмотрим, как реализуют свой пик ребята из Казахстана. Потому что как бы с Найксом довольно тяжело играть. Учитывая, что у команды соперников есть Чен. Ну, посмотрим. Итак, Дэнди в миде у нас на паке. Будет стоять против Мантиса на инвокере. Наверху мы видим, что уже фармит Ронин на Найксе. Ну, и внизу также фармит Artstyle. Собственно, то, что и было в игре против Оси. Довольно интересная ситуация. И посмотрим. Не палец, видите, не выходит никто из-под своих... Товаров, вот здесь Эквал пытается стопить Личом, но понятно, что там Лич, потому что доходит меньше крипов, чем обычно. Лич стоит в сложную команде Next.kz. Но тут Дэнди поразвлекал немножечко инвокер своими иллюзиями. Дэнди, конечно же, не повелся, дал по 2000 и отошел. Но против инвокера Даня должен, в принципе, будет ему очень тяжело, будет просто нереально тяжело. Посмотрим, как он будет держаться. Видите, хвост занимается тем, чем мы привыкли. Хвост наконец-то пошел в свою
свою стихию. Здесь, смотрите, тут напали, интересно так, на Лича, да, напал Редар. Но на первом левеле, конечно, вы понимаете, что не особо там надамажишь. Опять-таки, сейчас тема так, тут с другой стороны нападает на хвоста. И Ронни начинает его грызть, у хвоста есть Виндран. Хвост пытается убежать, заканчивается Виндран. Тут Винга его подамажит немножечко и уйдет хвост. Ван заканчивается, хвост еще выстрелил так в спину немножечко Абаэру и отошел. Так вот, суть в том, что в матче против Оси я говорил, что если Оси переживут две ночи, будет очень хорошо. Они пережили две ночи, но потеряли две с половиной стороны. Ну, в финале, знаете, такое говорить довольно тяжело и как-то не очень правильно, поэтому, наверное, казахи точно переживут две ночи, но будет очень тяжело. Будет просто нереально тяжело. Итак, в миде у нас Инвокер. Вот это я такого давно не видел. 4-11 у Мантиса. Фантастика. Это просто фантастика. Мантис. Браво, Дэнди. Пока 3-4 в миде. Довольно тяжело Дэндику здесь стоится. Ну и Ронин. Ронин тоже. Ронин 13-6. Всего 5-0 у хвоста. Но хвост 3-й левел. В принципе, его здесь не особо гоняет. Поэтому нормально получается экспу. Не особо переживает по поводу, что его там могут как-то сгангировать. Дэнди уже очень сильно побитый. Практически красный был. Юзает фласочку здесь. Левел 3 он взял. 6-13. Боже. Супер Денай. Лолеры бедные нервно курят в сторонке. Что чувак заденает просто 13 крипов за 2 минуты. Это же нужно так. Фантастика. 7-13. Да, отличный, отличный просто крипта. Тут в миде довольно интересный такой поединок. Именно в плане того, что ребята отлично просто контролируют крипов. Дэнди. Дэнди колснея получает в лицо. Еще тычка прячется. Прячется в шифт. Нормально все. Больше его не надамажишь. Наверху здесь фармит по-прежнему Ронин. Ну и здесь мы смотрим на Ванька. Ваня 14-2 артстайл, 5-0 аквала, 3-й левел взял. Но вот, в чем прикол? В том, что в этой игре ни одна, ни вторая команда особо не развлекает своих, своих оппонентов, которые тусят на сложной линии. И поэтому пока все очень спокойно. Пока все очень спокойно. Идет 4-я минута игры, пока все нереально спокойно. Нигде нету сверх какого-то интересного экшена, из которого могут одна или вторая команда потерять ФБ. Ну, ФБ очень важно, как я уже говорил, что ФБ в каждом матче это не только там, да, дополнительных там 225 голды. Это в первую очередь. Так, цепляется из ласта! Лос пытается уйти. Ой, боже, тут Шейкер, в принципе, ему дал стан кентавром. Кентавром лоб состанивает Шейкера и не дает ему возможности пойти за ним, отрегинить ману, дать еще один стан. Казалось бы, что могут, в принципе, здесь цепануть ласта, но не получилось. Так вот, First Blood в первую очередь не преимущество денежное, это преимущество в первую очередь моральное, это преимущество в первую очередь ментального характера, когда ты знаешь, что ты сделал ФБ, и ты можешь тащить. Баланар внизу, Ваня уже 5-й левел, уже есть Тюрна, но, конечно, Нави, конечно, это Нави. Нави всегда будут играть свою страту и будут играть ее просто феноменально. И, ну, это Нави. Тут нечего говорить. Врывается на Лича. Да ладно, Шейкер дает стан. Шейкер дает стан, получит войт. Ваня его нарезает. И здесь стан от Тейла. Топ Хэвена. First Blood делает Нави. Пьес. И уходит отсюда. Light of Heaven. Цепанули Лича. Повесил банку на него стан. Не умрет Лич. Нужно уходить отсюда Ваня. Ваня убегает, тауэр красный, здесь есть машинка, вторая пачка крипов, и Нави забирает первый тауэр, артстайл его убивает. Папи взял ФБ, я не буду называть, не, ладно, буду называть его Нави, пес меня прет, я люблю троллить, а чё бы нет. 1-0 в пользу НАТО Свинсера, обе команды настроены на все 100. Но здесь есть Чен. Я не знаю, правильно сделали казахи, отдавая Чена команде Нави. То есть Оси, недолго думая, банили Чена и Enchantress. Да, два практически любимых героя этой команды. Ну, Баланарыч, 5-й левел, скоро будет 6-й. Ночь начнется через вот буквально секунд 10. Оп. И ночка. И вот первая ночь. Какая же она будет тяжелая. Это я как говорю, прям как мама невесты, я не знаю. Первая ночь, она будет тяжелая. Итак.
В меди мы видим инвокер левел 6. 18-18, Мантис. Фантастический крипстат. Фантастический крипстат просто. И на хосте артстайл под тауром. Тауэр дает несколько дэмэджа. Тут спрятался Эквал, дает нову. И все правильно. Эквал нормально ныкается, прятает, прячет его здесь. Пупей получает массу дэмэджа. Умирает Пупей. Умирает Пупей. Дэнди забирает Эквала. Но все-таки не получилось ноль. Не получилось ноль. Ваня пытается забрать тауру. На хосте уходит. Наверху там какой-то экшен. Здесь хвост просто прошивает ВРочка. ВРочка жива. Нави пытается забрать тауэр номер 2. Уже 7 минута. Дэндик помогает. Дэндик 6 левел. Есть 1-0 из банка. Есть сапог. Подбежал сюда шейкер. Дал стан. Артстайл. Получил массу дэмэджа от тауэра. Но есть стик. Есть урна. И есть ночь на дворе. Так что все нормально. Можно отрегениться. Счет 2-1. Счет 2-1 пользу Нави. Настреливает здесь хвост. Подбежал сюда Ронин. Ронин 33-1. С хвоста 24-3. Ронин уже 6 левел. Дает ваунс. Начинает грызть хвоста. У хвоста Виндран спокойно убегает. В принципе, без проблем. Но фармит Ронин. Фармит просто нереально. И это килла 3. В лучшем случае. Но сильно далеко пропущенный лайн. И очень тяжело. Понял Ваня, что лезть сюда по 3-ти тавр нету никакого смысла. И отбежал. Казахи играют очень четко. То есть, в принципе, они не ведутся на разнообразные разводы. Типа, пойдем сдавим второй тауэр, умрем вчетвером. Они стоят, они спокойно ждут. Они ждут настоящих моментов, когда можно будет ворваться. Но Найкс это так опасно. Найкс это нереально опасно. Ну, и понятное дело, что это что-то пришифрованное. То есть, Найкса просто так не пикает. Это значит, что этот красавчик может еще очень сильно попортить жизнь абсолютно всем. Мантис 1-0 пока. 31-24 крипстат. Нереальный просто. Лаки у нас 5 левел. Ну, Лич тоже 5. В принципе, им будет очень тяжело, но сложно, потому что есть нет уже двух товаров. И как бы отходить от своего третьего это чревато. Хотя есть, конечно же, уже фейзы. Здесь мы видим, подходит пес. Пес Light of Heaven. Какая разница, да? Ванек побежал в спину, нашел Лаки, стан получает, открыл, как красный его закрыл здесь, вы смотрите, колдснэп начинает бить Арстайла, у нас Мантис, Арстайл, лоу КП, тауэр, тем временем падает, Арстайл вгрызается здесь Мантис, а ночь поднимает его Мантис, здесь уже Чен в спину забегает Мантис, отлично, ведь везде уходит просветка, ставит пак ультимейт Шейкер закрывает Арстайла, минус! И живет Шейкер, вы смотрите, что здесь, инвокер, умирает инвокер, убивает его иллюзии, забирает его Пупей, тавр в мини страдает, счет 4-4, здесь, кстати, тоже разборка пидерская, так сказать. Хвост тут спокойно, 37-9, фейзы, хедресс, мэджик вон, более-менее нормально. Да, отличная была драка, Ваня забежал, не знал, куда себя деть, в итоге отрезал его Шейкер, тавр его добил. Лич заходит сильно далеко, убивает ласта. Убивает ласта Эквал. Ну и вы видите, что не пошел он на папи. Сетка в лича папи. Начинает избивать здесь Эквала. Пак рядом. 200 хп остается у лича. Лич пытается убежать. И уходит. Нет, рядом Дэнди. Дэнди Сайленс. Арстайл делает килл. 5-5 в этой игре. Ух, какой же будет этот финал. И, пожалуй, время сделать сейв. Двенадцать минут игры за нами. Проиграл. К сожалению, для многих фанатов команда Zero Try проиграла матч за третье место у команды Оси. Ну давайте похлопаем команде Оси, бронзовые призеры Асса Оси и четвертое место ПГГ команда Zero Try. Ваня здесь пытается убежать, начинает его нарезать инвокер, Арстайл уходит, у нее есть 2-3 урна из ПТ. Сейчас будет какой-то экшен. Здесь миги мы видим артстайл возле тавра. Тавр уже краснючий. Дэнди здесь тоже летает рядом. Инвокер начинает нарезать Дэнди. Ну, плюхи, в принципе, так больно.
Ветра поднимает здесь Попей, рассказ. Разбегаются все, Попей с маной, Попей выхиливает, пытается уйти, но здесь Винга лечит, цепляет Мантис, делает килл, Ло забирает тауэр. Ну, и будет ли драка, Чен здесь зацепил его, Арсенал связывает, отлично, ВРК, смотрите, Мантиса, Чен, ульт. Чен сделал все, что мог, говорю, Чен, боже, Шейкер сделал все, что мог, но убили Мантиса, убили Лаки, убили Экола, Нави, 4 в 1. Дэнди даблкиллер, ставит еще один килл. Ронин слишком поздно пришел. Слишком поздно пришел Ронин. И стоп-кальсер Блету. Боже, что делает Дэнди? Что делает Дэнди? Трипл килл бай Дэнди. Казалось бы, уходит уже Найкс подальше. Но Дэндик прыгает. Вместе с ним прилетает Арроу от хвоста. Мини-стан, микро-стан пролетает в Ронина. И... Трипл килл бай Дэнди, 10-6 в пользу команды Na'Vi, становится счет на 14-й минуте игры. Ух, какая веселуха-то. Лаки, Шейкер, имеется Буцы, который Аркан. Бэр на винге левел 5, но понятное дело, что пока нету ничего. Инвокер у нас фейзы. Брасер, Сабимаск, Робов Маги и Мэджик Вонд. Упака. Дэндик, 5-1. 5-1. Боже, вы посмотрите на эту цифру. Львивский партизан. Фантастика. Ну, мы видим Ронина. У Ронина у нас 9 левел на Найксе. А у Баланара тем временем 10. Нормальный итем билд. Очень неожиданный. Тванька. Конечно же, урна вангуард. Никто еще не научился контрить Баланарна с урной и вангуардом. Есть уже ПТшечка. На 14 минуте левел 10. Это, конечно, очень даже круто. ТПЛ делает Арстай, успевает. Я молчал до последнего, потому что успевал Арстай. ТП отстал, получает здесь хвост. Хвост начинает бить, прячь его в папи. Хвост выходит здесь. Ой, ульт лича по чену, по иллюзиям. Отлично для Na'Vi. Как же не повезло здесь ребятам из Казахстана. Ульт лича отпрыгал просто по иллюзиям. И абсолютно никого не смогли убить здесь Next-ы. 1-0 стат у хвоста, 2-1 у Пупея, 5-1 у Дэнди. Я ничего не могу сделать. Ой-ой-ой, здесь смотрите, прячет, как хорошо здесь хвоста, хвост выйдет сейчас в лоб. Нет, Шейкер, ульт, Лаки, браво. Браво, отличный ульт, дождался он до конца, пока выйдет из астрала товарищ хвост, и тут же ультанул, минус хвост. Через ульт убили хвоста, через Шейкера ульт. 1000 голды уже у Шейкера, более-менее нормально. Здесь 7. Счет, 17-я минута игры уже у нас пошла. Пак 5-1. Пак 5-1, 50-11 крипстат. Ну и Найкс, здесь видите, 0-1, 61 на 18. Тоже очень даже неплохо. Ну, тишина и спокойствие у нас на карте. 17 минута, счет 10-7. Здесь мы видим, что Ронин нашел место, где можно подприформить, так сказать. Почему бы и нет? Лайн распушен до неприличия. Можно и подприформить. 70 на 18. Крипстат. Просто фантастика. Здесь пушат тауэр у нас. Пупич, стан, Шейкер врывается, Дэнди на него ставит ультимейт, пытается уйти отсюда Лаги. Орба, Дэнди, Сайлент, свап Винга, неужели уйдет Шейкер, да, свапает Винга, стан прилетает в Дэнди, рассказ один Вольфера Мантис, браво! Браво, Арстайл, это ночь, Тайл, боже, Шейкер спасает Вингу, Арстайл пытается уйти, здесь проклятие на Винге, стрела не долетает, Винга умирает все-таки, Арстайл забирает килл.
Но как же они друг друга спасают? Как же они пытаются каждый момент в игре отсеять? Юзает глиф казахи. Здесь зоопарк товарища Чена пытается бить этот тауэр. Рядом Лич. Denied equal. Браво. Рассказ сюда. Ронин прилетел. Его тут же связали. Арстайл пытается нарезать инвокера. Цепляется в него Ронин. Арстайл. Колснеп на нем. Ульт Лича летит четко в одну точку. Второй ульт в никуда. Ой, боже, закончилась ночь. Закончилась ночь, Ваня пытается бежать. Куда ушел? Ой, ладно. Лост на пятый класс. Связывает Варка. Сталец! Нави! Шикарный шейкл-шот от хвоста. Просто шикарный. Прыгает Дэнди. Ставит Сайленс. И минус 3 в исполнении Нату Свинстера. 14-8 становится счет в этом матче. Хорошо играет Нави, действительно хорошо. Но и казахи пока не подводят. Казахи дают отличный отбор. 19-я минута игры. Поинт-бустер появился у Ванька. Но понятное дело, что целимся на то же, на что обычно целится нормальный Night Stalker, конечно же, Next Item гоним. Ну, конечно, когда получится собрать самое гоним. Я думаю, скоро получится. Дэндимон, есть Дайер, есть ПТшечка, конечно же, баночка. Magic Wand и Scroll to Town портал также имеются. Один капусты, то есть более-менее, что у нас у хвоста? Хвост фармит, мека есть, и капусты тоже практически столько же, сколько у Дэндика. Глянем на Редар, Аркан Буцы, Magic Wand, две ветки. Ну и давайте глянем на Ронина. Ронин ПТ и Армлет. Инвокер. Инвокер у нас с фейзами, с барабанами и с обимасочкой. Также есть, конечно же, Magic Wand. Успокоилась у нас игра. Я тоже так успокоиваю зал. Как колыбельная, так тихенько, спокойненько успокоились. А сейчас будет экшен, будет такой крик. Будет весело. Штучная ночь. На улице вгрызается здесь. Вгрызается Ронин, включает здесь. Ой, какой отличный рассказ здесь прилетает от казахов. Абсолютно без маны. Арстайл начинает его грызть. Бах, начинает ультимейт. Шейкер не может ультануть. Арстайл едва живой. Шейкер идет минус Арстайл. Бах сюда влетает. Шейкер тоже уходит отсюда. Бах с ДД. Лично начинает избивать. Слава от Ронина. Даблкил. Что творят Next? И здесь еще цепляет хвоста. Хвост пытается уйти. 2 килла сделали ребята из Next KZ. И разбегается. 14-10, 21 минута. That is fucking fantastic. Игра будет 68 минут. Минимум. Казахские фанаты слишком слабые фанаты. Мало пива пьют. Но здесь вы знаете, что пропущенный лайн, то есть как бы команда Na'Vi убила уже 4 тавера, то есть 1, 2, 3, 4, осталось только 2, в то время как Next KZ, ну, ни одного, 4-0 по таверам и 4 фрага разница в счете, 22-я минута игры, 22-я минута первой игры гранд-финала Asus Summer 2011, действительно одного из лучших Asus за всю историю турниров. Вова такой довольный. Вов, как вы так могли проиграть? Ты сидишь на чем? А, он сидел на нашем клубе, я понял. Вова дно. Так. Врывается Арстайл. Шейкер. Здесь под Сайлесом. Винго, тут же стон. Лич снова. Цепляет инвокер, поднимает ветра. Сюда же ТП. Арстайл будет без маны. Где он делся? А, вот он, Вингу тоже цепанул, здесь инвокер сгрызает просто иллюзии. Спрятал его победу, думаю, где он делся, что за фигня. Ой-ой-ой, Дэнди спалился, стан Дэнди, ну как же так, Даня. Прячется он сюда, не успевает, от Вингу загрызет его Ронин убивает Дэнди. Даня не успел через шит отлинкнуться и в итоге убивает его Найкс. А второй килл Найкса на Дэнди. Есть ПТ, есть армлет уже, косарь.
Капуни 14-1 с Казахстан. Сейчас расставание. Находит ласта. Находит ласта Эквал. Начинает его бить. Дал нову. Начинает избивать. Девятый левел у Чена. Чен пытается убежать. Здесь раскат летит от инвокера. Колдснеп. Очередной килл Мантиса. Лост перед смертью, как мужик купил варды. Правильно. Так и нужно делать. Нави. Нави со счета 14-7. 5 киллов подряд сделала команда NextKZ. 5 киллов подряд. Ну, наверное, потому что Киев Киберспорт Арена не поддерживает. Не поддерживает команду Нави. Есть кто-то здесь, кто болеет за Нави? Тут драка, драка тем временем. Мати зацепляет, нужно помогать. Нужно помогать, нужно помогать одной второй команде. Потому что пока казахи, казахи, одна маленькая лавочка казахов перекрикивает абсолютно всю Украину. И правильно делают. И правильно делают. Ребята из NextKZ пока отлично просто играют. Отлично. Они не теряются. Они не боятся. Они идут до конца. Они дерутся с Нави. Им не важно, кто против них играет. И правильно делают. Улыбок тебе, Дед Макар. Куклоны нас тут смешит. Всем привет на Продоте от Куклоны. От лучшего менеджера всей Руси. Всей Руси. Здесь Шекер отстанивается. Нави пытается забрать через два тавер по миду. На улице у нас ночь. 22:42. Так, тут пытался инвокер подорвать людей. Не получилось. Так, зацепили хвоста. Забирает Бэр. Динай тавер. Динай тавер. Красава. 14-12 счет. На 25-й минуте. Дендик. Что у нас у Дендика? У Дендика ничего нового пока не появилось. Найкс тоже ничего нового. Ну, у всех ничего нового, в принципе. Ну, если что-то будет там важное появляться, я как-то вам буду показывать, сообщать. Артсталях. Артсталях, конечно, копит на что? Что это за фигня валяется? Это ж надо на базе у кого-то. Этот есть. Этот есть. Этот есть. Ну, а чьи это тогда? Тоже есть. Опа, тоже есть. Ну, кто-то лишний купил, короче, сапог. Валяется на базе. Проблема команды NextKZ сейчас в том, что, собственно, зажимаются они на своей половине. То, что я очень часто рассказываю. То, что ребята, в принципе, не могут никуда выйти, потому что у них распушены все линии. Если ты, например, выходишь фармить сюда, огромный риск того, что тебя отсюда выйдут, просто-напросто и ганганут. Но денег, конечно, не хватит на то, чтобы вардами заставить обстрелять всю карту. Дезолятор или БКБ? Собрался делать Ронин. Скорее всего, все-таки дезолятор. А там уже посмотрим. БКБ, в принципе, не надо. Но, хотя с БКБ это очень круто, потому что тебя убить не могут 14 секунд подряд. Там ничего могут тебя вкастовать, и ты нормально всех нарезаешь. 26-я минута. 3-3. Статуа артстайла. 2-1. Нави-пес. Нави-пес. Отличный никнейм. Дэнди 6-4. Хвост 1-1. И... Лос 2-3. Я вернулся. Какой Реал Барселона? Тут Нави в финале Асуса. Вы чё? Реал Барселона в прошлом году наиграли столько, что уже тошнит от этих двух команд. 2-2 у Лаки. Стат. Ну и казахи очень сильно зажали сейчас на своей базе, на своем хайграунде, не хотят никуда вылазить. Ронин пытается фармить, но, в принципе, фармить довольно тяжело, потому что куда-то выйти нереально. И вот последний Тир 2 Тауэр стоит сейчас у казахской команды, к нему уже подбежал Радстайл, но вторая ночь идет, и вторую ночь казахи переживут. Они знают, что им не стоит врываться ночью, потому что очень-очень силен Баланару. Баланара, конечно же, четвертый левел пассивки. Вместе с Попеем они здесь пытается пушить линию. Тавр падает, начинает бить, начинает вырезать хвост. Юзается глиф. И ветра поднимает все, летит ТПР, летает ветра. Здесь Найк цепляет Арстайла, Ваус начинает его грызть. Один удар, второй удар, прячет Пупей. Здесь Арстайла подвигает Лич.
Мама, не туда! Ульт влетает абсолютно не туда, куда надо, выживает Арстайз, атака пошла! Денди ставит отличный тиммейт, боже, ульт летающий, ульт лича! Полетал Реквел, убил Шейкер, прыгнул сюда в Дендика! Инвокер едва живой, начинает убить Лост, Лост убил уже одного, убивает Лаки! Два килла от команды Нави! Два килла от команды Нави в этой драке, пошли Нави дальше, пошли дальше ловить! Винга, стань сюда в хвоста, типа, чувак, ты куда вообще собрался-то, а? Тауэр все-таки падает. В принципе, неплохо драку навязали NXT, но Нави. Юзается Мэкка, и можно заходить на хайграунд, да, заходит Нави на ХГ. Через 8 секунд будет два игрока команды Next KZ живы. Глифа нет, 16-12, счет в пользу команды Нави. Лост тут. Дави Нави, кто-то кричит в зале. Как-то тихо, нет суппорта. Так, ветра цепляет здесь у нас Лоста. Вгрызается, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой! Браво, Хвост! Не отпускает, свап здесь! Бэр свапает лича. Ой-ой-ой, убивает Бэра. Убивает его Нави Пес. И тут на разорите продолжает отравлять вообще весь дефенс команды Next KZ. 17-12, стан еще один от Шейкера. Не дает отпустить. Здесь лича цепанули, Арставич начинает резать, но вгрызся в него Ронин. Ронин грызет, толкает опять, и здесь ТП аут. Мантис убивает Дендика. Мантис таки убивает Дендика. Убегает отсюда Пес. И у нас куда? Лос тоже жив. Лос жив. И Хвост тоже уходит отсюда. Ну что же, Нави очень серьезно напрягли сейчас ребят из Next KZ. 29 минут и 5 секунд игры с нами. 17-13 в пользу команды НАТО, Свинцеры. И преимущество у украинцев просто огромное. В данный момент смогут ли они его реализовать? Я не знаю. Что же, продолжаем мы смотреть этот матч. Гранд финал Асуса. Ронин фармит. Что ж, у Лича 11 левел, это уже отлично. Скоро будет Мека, Шейкер тоже скоро будет 11 левел. То есть ульт будет намного помощнее, чем... товарищ Баланарыч! Артстайл нафармил, ого-го, 102 на 3, имеется уже Аганим, ПТ и Вангвард, браво. Ну и лос значения, имеется уже поинт-бустер, ПТ-щика барабаны Базила, что дальше, Дэнди Пак, есть ультимейторп, конечно же, в планах далеких купить себе Хекс. Где-то скоро будет Минза у него. У Хваста на Верке есть Форстаф, есть Мека, есть Фейсбуз, есть Magic Wand, есть Кролл Тутаун Портал и Void Stone. То есть более-менее все хорошо. Мы давайте глянем по казахстанской команде. Здесь Ронина ничего нового не появлялось. Мы видели у Лича, скоро будет Мека, Шейкера тоже ничего нового не появлялось. Винга, ну там ничего не должно быть. Ну и Инвокер. Ночь включает Артстайл. Вон они, крик идет и раскастовывает сейчас Варстайла, свап отлично идет сразу. Стан Чена выталкивает, Чена ульт лича летит, как хорошо. Но в другую сторону, если пошла драка, сбривает Light of Hand, очень быстро Пак ставит ультимейт. Сбрили Ласта, но зоопарк-то живо, а. Ловят Вингу и выживает Винга, Шейкер прыгает сюда, Варстайла, да ладно, убивает Варстайла и Казахи. Мантис, Киллисприт, Дэнди убивает Бэра. Пак сюда ушел все-таки Дэнди. Я думал, там на базе останется 2 в 1, пока размен. Шейкер слишком далеко зашел. Хвост! Браво, Хвост! И взрывает его тут же. Стан от Шейкера. Едва живой Хвост. Шейкер пытается уйти. Толкает его и здесь. Дэнди Шейкер, блин, каут! Браво, Лаки! Ронин минус пес. Что происходит в этой игре? Инвокер будет ловить. Нет, улетели Нави. Боже, казахи! Казахи отбивают этот пуш, Ира выигрывает его 3 в 1, 18 на 16 счет. Вау.
Это еще далеко не конец. Это даже близко не конец. 32 минуты. 6 секунд до конца. До конца, говорю, от начала. Пропало у меня изображение на мониторе и уже появилось. Все хорошо. Ух. Ронин. Ронин практически с изолятором. Ну и казахи играют действительно хорошо. Не сдаются. 18-16. 18-16 пока в пользу Нави. Нави снесли 6 тавров. Команда из Казахстана 0. Просто 0. Ни одного. Это запас. Наверное, да. Цепляют здесь Артстайла. День прыгает на него. Шейкер зацепляет из Костна. Бронин грызет. Минус Артстайл. Минус Артстайл. Доминейтинг у Ронина. Ронин с дезолятором. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, казахи, конечно, не сдаются. Казахи дают, ой-ой-ой. Мзды всем. 14-й левел хвост. 16-й уже дендик. Заходят они наверху на КГ. Нужно убить тавер. Хвост просто сульта. Миссы проходят, конечно. Есть глиф. Отбликовывается денди. Цепляет здесь хвоста. Боже, какой фейл. Байнари. Шейкер прыгает. Это фейл. Боже, зачем они это делали? Зачем? Лост, я думаю, думает так же. Да. Второй Asus подряд. И второй финал у нас нереальные эмоции. Если помнить прошлый Asus и вот эти вот крики в зале нереальные. Борьба, напряжение. Сейчас то же самое. Это будет очень жестоко. 18-18 на 35-й минуте игры в гранд-финале Asus. Это первая игра. Best of 3 формат. Все самое интересное еще впереди. Казахи решили забрать первый тавер. Поднимает здесь Артстайл. Останется без маны. Без маны оставляет Артстайла. Б рядом, может свапнуть. Ой, вгрызается в Артстайл. ТП, что его член успеет или нет? ТП, есть ТП, Ванек улетает. Оп, сопля летит. На, Ваня, получи фашист-гранату. Но Ваньку уже, в принципе, как-то пофиг на это все. 16 левел Мантис. Мантис, Красавелла. Мантис 6-3, крипстат. Что у нас у Ронина? У Ронина 4-2. Ронин продолжает фармит. Почти 1000 голды. Верочка 1-2. Хвост 1-1-1-3. Что-то слабовато. Хвоста. Есть мега, есть палка-алкалка, есть фейзы. Есть войстон. Конечно, следующим айтемом должен быть хекс. Но тут не забываем, что все-таки упал тавр. Засуицидил там хвост. Тавр все-таки забрали здесь. Крипы, Нави. Неважно. И голые бараки наверху команды NextKZ. Артстайл с аганимом. Дэнди тоже фармит на хекс. 2 хекса будет просто отлично. Ну и Нави пес. Палка-толкалка, аркан буцы, хедреска, барабаны, Magic Wand. И, в принципе, я очень неплохо себя чувствую. Вот такие быстрые перемещения по карте в исполнении команды Natus Winsor. Ну и очень интересные у нас вещи еще впереди. Да ладно. Это мапхак. Ой, да ладно, как поднимает здесь Пупей и цепляет еще ВР-ку. ВР-ка пытается убежать. Толкает себя, стан прилетает и здесь цепляет уже хвоста. И просто носил, ты отключает виндран, шейкер, стан. И Ронин начинает грызть ченхилл. Ронин мегакилл. Что творят казахи? Они уже впереди, 19-18. Фантастика. Разрыв был только что в 7 киллов. И команда из Казахстана начинает переворачивать.
Но, собственно, на улице ночь, а гоним у Баланара конкретно, и прекрасно он видит, что бьют Рошана сейчас. То есть это понятно. Здесь забрасывает Папи проклятиями. И разбежая здесь, Ронин, и будет битва, будет драка. Толстая тело в экстазе. Нет, не будет битвы. Будет. Должна быть. Цепляет, цепляет пса. Ой, выталкивает, выталкивает. Папи пытается бежать, колдснап. Поднимает его в ветра. Будет ли Сэп прячет сам себя Папи? Будет ли битва здесь тем временем? Убивает Шейкера, убивает Папи. Папи убили. Шейкер пытается жить. Поднимается из Арстайна, зарезали Шейкера. Убивает его Лост. 1-1 размен. Будет ли драка дальше? Будет ли драка дальше? Должна быть. Должна быть. Ой-ой-ой, Ванёк себя отрезал, Ванёк себя отрезал. Сайленс, Сайленс на Инвокера, начинает его нарезать. Ночь на дворе, урну повешал. Юзает стик, Инвокер убегает. Арстайл тоже подальше отсюда. Вместе здесь Ластов, они тусуются. Цепанули Эквал, убивает Эквала здесь. Эквал успел утонуть. Ронин, и дойдет ли до Инвиза? Ой-ой-ой, как четко все. В Инвизе Ронин поднимает опять Арстайла. Что происходит на карте, я не понимаю. Лост бежать, Лост бежать, стопит Дэнди, Дэнди стопит, цепляет. Сейф. Дэнди с Гинзой, Дэнди с Гинзой, это мы уже видели. Ронин, Ронин Красавелла, есть Гиперстоун. Нави Пес или Попей, конечно же, Форстаф, Аркан Буцы, Мэджик Вонд, барабаны, хедреска имеется. Ну, в принципе, нужен пайм. Здесь драка, нет, драка, да. Изничтожили иллюзию Дэнди, и обе команды боятся сейчас друг друга. Счет равный, 41-я минута, финал достойный. Команды друг друга... Очень достойный. Ну и что же, казахи. Казахи дальше продолжают тусоваться здесь, возле своей базы. Боже, неужели? Ну! Ай! Все-таки быстрее Лич убил Сантривар, чем иллюзия Дэнди. Тут было, стояло два Сантриварда, и Дэнди с иллюзией начал его убивать, но Лич, у Лича дэмэдж побольше, да, чем у иллюзии Дэнди. На улице, вот в этом вот мире, в Дота мире уже третья ночь. Баланарыч, Вангвард, ПТ, Аганим, Belt of Giant Strange, будет Сенши, так понимаю, стан прилетает в Арстайла. Связывают непонятно кого. Здесь убили Квала очень быстро. Убил его Попей. Пошла битва, поднимает здесь Артстайла. Летает абсолютно вся команда. Здесь спрятали, кого спрятали? А, спрятали Найкса. Найкс терпает от своих иллюзий. Артстайл летает в ветрах, все в ветрах. Шейкер отлично прыгает, дает ультимейт. И здесь умирает Шейкер, дает еще стан. Нет, живой, живой, Арстайла бьют. Нет, минус Шейкер. Убил хвост, здесь убивает Ласта. Арстайл пошел в погоню. Здесь за Инвокером Арстайл бьет стан. Стан Арстайла, и Вингайд выживает. Дэнди стопит, боже, что творит Дэнди. Браво, 4-1. Грызет Ронин, Ронин. Ронин должен загрызть Арстайл. Хвост. Хвост of Heaven, трипл килл, браво Нави! Браво Нави, это минус вверх команды из Казахстана. 27-21 счет, полетел кирпич, цепляет Мантиса, зацепили, есть Сайлес, да не убьете же вы, да что ж так нагло, бараки, хватит танцевать-то, а? Но Нави на своих ошибках, Дэнди убил? Каким? О май гад, холи шит. Это фантастика. Боже, шикарная игра. Просто шикарная игра. Достойнейший финал. Хекс в Шейкера. Шейкера пытается бить. Пак, отличный ультимейт. Артстайл. Слаб от винги. И вы видите, Артстайл бегает здесь. Не знает, что ему делать. В принципе, Лич убегает. Лич, минус. Хвост доминейтинг. Стан от Шейкера здесь зацепили. Бэра начинает его нарезать. Ваня. Ваня уже под фонтан пошел, убивает и умирает.
Ну это уже наглость, убивать, умирать под фонтаном. Вы всего снесли одну сторону, за такое можно и поплатиться. Кому, если не Нави, это знать-то, а? Денич, нажай тавр, летит ТП, летит. Летит Найкс, Найкс. Начинает грызть хвоста, стан от шейкера. Стан от шейкера. Ой, хекс Найкса. Дэнди начинает нарезать, но здесь уже есть у нас Лаки. Лаки, все на кулдауне. Ронин пытается грызть с хаул крипа. Браво, как быстро все сделал. Ну и спрятал его здесь Попей. Ронин. А дефили, в принципе, казахи мид. Но здесь еще Дэндик. Дэндик должен улетать. Развел. Где он вообще? А вот он, боже. Стан сюда и... Лост убивает его. Лост убивает. Шейкер прыгнул. Хорошо, прыгнул в пака. Убивает хвоста. Лаки умирает тут же моментально. 32-23. Пытается убежать Мантис. Зацепили Дэнди. А ты выиграл здесь шифтом. Дэнди едва живой. Избивает его здесь Мантис. Мантис убил. Свапают. Свапают Ласта. Ласта начинает избивать. Шейкер здесь. Здесь же стан от Винги. Минус Лост. Это 4 в 1. 4 в 1. И казахи не сдаются. 32-25. И они не сдадутся до конца. Одна сторона это не проблема. На 50-й минуте это не проблема. Команда ТР вам про это может рассказать. Они две стороны потеряли в игре против XTC в первом групповом турнире и выиграли игру. Ничего страшного. Ребята играют очень четко. 32-25. 46-я минута игры уже у нас пошла. Первой игры. Гранд-финальная серия Asus Summer 2011. В прямом эфире с Киев Киберспорт Арены. Для вас вещаю я, Вилат. Ну и надеюсь, вам эта игра очень нравится. Я Сиэль, ты не Сиэль. Ну и сейчас немножечко команды, конечно же, подуспокоятся. Ого, Ваня, да ты жесткий. Башеру отставила. Глянем дальше. Есть зеленый посох, госкепитер у Папи. У хвоста у нас ультимейтор Бойстон. Чен Аганим у Чена. Также медальонов Кураж. Инвокер. Инвокер ультимейтор. Ничего нового. Здесь мы видели, появился гиперстон. Это было уже давно. Шейкер тоже то же самое, что и было минут 15 назад. Ну и Лич. Лич тоже с мекой. Ну, видели мы уже. Ничего у казахов пока... Особо нового в айтемах нет. Не-не-не, хвост, так не пойдет. Ты понял, да? Это плохой план. FM, FM, да, согласен, FM. Hello to FM, team. Даже крипы с мапхаком играют, да? Ну, напомню, что нету одной стороны у команды NextKZ, и довольно тяжело им здесь держаться. Очень даже тяжело, я бы сказал. Лич. Лич 1-9. Рошан убивает команды на Твинстре. Виндранер забирает... Аэгис, имеется Гинза, имеется Форстаф, Мека, ОВРочки, ну и сейчас будет о... Нави. Нет крипов. Нет крипов. Нет крипов. Нет крипов. А не, есть крипы. Есть крипы на базе у Нави. Есть крипы и Ронин выталкивает себя здесь хвост. Сейчас будет битва. Кирпич полетел за спиной Арсайла. Убили часы на медведя. Арсайл сейчас умрет. Ронин угрызет, прячет его. Отлично здесь Папи. Арсайл вылазит сюда из астрала. Потому что Шикер отлично прыгает. Зацепляет Папи. Папи сейчас умрет. Папи зеленый посох уходит. Поднимает ветра. Минус Попей. Минус Попей. Цепляет Ласта, Ронин умирает, Ронин, Лост тоже умирает, Эквал умирает, Арстан его убивает, надо было убивать, 2-2, пока размен, начинается драка, здесь толкают хвоста, Шейкер стан прыгает в толпу, еще один стан, Тотемам нужно убивать хвоста,
Хвост! Умирает Зетцер, стаживает, но хвоста напоминает ему нас Аэгис. Арстайл уже даблкил. Грязет и Башер срабатывает! Триплкил Арстайл! 5-2. Харьковская мафия не прощает. Это Харьков. Это Харьков. Тут все просто. Тут все просто. 3-800 у Арстайла. И Зайца Глиф. 40 секунд, 30 секунд точнее, до первого появившегося героя команды NextKZ. И, наверное, это good game. Наверное, это good game and really well played. Да, просто снесут трон за это время. Через 13 секунд будет первый герой. Да, тут хвост уже толкает Артстайла. Было бы круто затолкать под фонтан, но не получится. Начинает Нави нести трон. Спокойно. Но казаки, конечно, дерутся как красавцы. Дэнди здесь. Алло! Если они сейчас проиграют, я оторжусь. ГГ 1-0 Нави! Пауза 10 минут. И второй матч через 10 минут. Нави NextKZ через 10 минут. Маленький перегур. Никуда не уходите. Очень самые крутые игры впереди. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго.